Новый уникальный случай в Московском областном центре охраны материнства и детства. Одна из пациенток, жительница Воскресенска Наталья Александрова, родила 13-го ребенка. Появление на свет всех своих детей женщина доверяет только врачам Люберецкого роддома. Счастливую маму навестила наша съемочная группа. Наталья Александрова и маленький Влад уже готовятся к выписке. Малыш появился на свет 22 февраля с весом чуть больше 4 килограммов. Скоро за ними приедет большая семья. Папа, 3 брата, 9 сестер и даже племянник новорожденного мальчика. Самый старший у меня сын, ему 24 года, он уже сам папа. Я уже бабушка, внуку 6 лет. У меня, скажем так, болезнь была такая, не очень хорошая, пиелонефрит называется. У меня врожденная удвоенная почка. Я 2 раза оперированная. После 2-й операции моим родным было сообщено, что я, даже если забеременела, родить не смогу, не выношу. Ну, когда все-таки я забеременела и родила, уже останавливаться было нельзя. Иначе как чудом историю этой женщины не назовешь. Вопреки прогнозам врачей, она в 40 лет снова стала мамой. Как и в предыдущие 12 раз, важное событие произошло в Люберецком роддоме. Вам только от души здоровья и телесного, и душевного, и чтобы в семье была такая же атмосфера всегда большая. Хотя раньше у нас же наши предки, ну, в семье были большие всегда, и 10, и 12. И там, это да, 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 это вот точно. Вы как раз продолжаете те традиции. Вам за это огромное спасибо, за то, что вот вы мама с большой буквы. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.